Бізнес ініцыятывы прадпрымальнікаў Мінска і Будапешта падтрымае кіраўніцтва беларускай сталіцы. Пры гэтым мэры абодвух гарадоў будуць эфектыўна працаваць разам з гандлёва-прамысловымі палатамі. У беларускіх і венгерскіх бізнесменаў ёсць патэнцыял не проста для гандлю, але і для прамысловай кааперацыі. Гэта такія сферы, як сельская гаспадарка, фармацэўтыка, а таксама турызм. Венгерская делегация посещала наше предприятие. Они были очень впечатлены результатами работы Белкоммунмаша и коммунальной техника, которая сегодня создается в Минске, она востребована. Об этом уже говорил мэр венгерской столицы. По сотрудничеству в освоении инновационной продукции, по сотрудничеству в развитии торговых сетей и продукции, которая производится в нашей стране и в Венгрии. Здесь есть очень большой портфель, так сказать, нашей кооперации. Допустим, по крупнорогатам хотим привести хорошие наших венгерские генетики и размножать здесь, потому что спрос на них в странах СНГ, в России и дальше среднеазиатских стран довольно большой. Есть еще сфера по фармацептике. Я уже вчера встречался с одним компанией и хотим наладить производство некоторых генерических лекарств в Беларуси. У рамках Дзён Будапешта у Мінску таксама прайшлі прэзентацыі турыстычных магчымасцей Беларусі і Венгрыі і культурныя мерапрыемствы.